И многое будет зависеть от того, я уверен, как будут идти переговоры, в частности, по Сирии. Там очень жесткая терка идет, но мы же видели, как Керри и Лавров 12 часов, не вставая, обсуждали вопрос по Сирии, потому что там ставки колоссальные вот по этому региону, по Ближнему Востоку и так далее. Особенно после того, когда Путину, на мой взгляд, удалось сделать просто классную трехходовку. Я имею в виду, первое, это же мы спасли Эрдогана, мы слили ему информацию по поводу того, что готовится переворот. И он успел, в общем-то, там разобраться. Второе. Накануне встречи с Эрдоганом, об этом мало кто говорит, Путин ведь встречался с лидером Ирана. Зачем? Так обсуждалась консолидированная позиция, я так думаю, по Ближнему Востоку. И России очень важно снять определенное противоречие между Турцией и Ираном. И если удастся выработать консолидированную позицию этих трех стран, то тогда влияние США и Израиля в этом регионе значительно может уменьшиться. Отсюда, собственно говоря, и давление на Россию, и на Эрдогана, и так далее, и на Иран. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться там обстановка.